Ток надо менять. Как это сделать, большой вопрос. Краинки. Самое почистить блиток и не получится, не дадут. Вот вентиляция есть. Надо траву убирать срочно уже. Новик разросся до неприличия. Крайники слабее всех летают, хотя семья вроде тоже развивается. Запах. Запах прямо. Заток. Вот, вот все таскают. Блёт молодой пчелы, явно. Первый выход пчелы из улья и круги для ориентации. И одновременно еще работают. Так, здесь тоже. В этом тоже выходит. На руку никто не сядет, что пчела легкая, хотя он устают все-таки. Это вот с работы.
летят, уставшие садятся. Вот. На траве это, наверное, и нет, тоже, наверное, лёгкая пчела. Ножку несут, но немного. В основном всё-таки уже нектар и воду. На литке стрекотворение. Мало там, конечно, тут. Ну, конечно, только для вентиляции, по сути, здесь. Тоже надо бы красить, но пока там пчел, тут ничего не покрасишь, это точно. Не поймут. Ну, там сильная семья. Уже два магазина стоит. Гнездо не полное, но сразу рванули вверх. Здесь наоборот вширь. Ну, тоже надо магазин для них готовить. Пока еще можно не расширять. Мы осваивали пространство. А потом добавить. Так, а здесь. Здесь у нас краинки, вот они летают менее активно, но все-таки послабее семья. Матки 2 года, третий. Все равно еще должен работать, конечно, хорошо. Но пчелы поменьше, а все равно уже полное гнездо. И, в общем-то, можно тоже собирать магазин для них. Облетелись и прекратили. Видите, так работают. Тут уже работа идет. Здесь уже облета почти нет. Устала. На палец пчела села. Так, вот волосы они не любят. Mm-hmm.